В новой рубрике «Хочу сказать» мы спрашиваем мусоровчан, нравится ли им ходить в масках, где их лучше носить и зачем это надо. Пойдемте. Как относитесь к ношению масок вообще? Да нормально. Да? Так и должно быть, по сути. Ну, то есть мы должны их везде носить? Да на улице почему? Можно без маски ходить. В общественных местах? В общественных местах, да, в магазинах. Я считаю ношение масок обязательным в местах, где скопление людей большое. На улице это не обязательно, я считаю. Я отношусь к этому как-то скорее негативно, чем нейтрально. Потому что она не защищает. Почему вы так думаете? Ну, потому что ячейки в маске, они намного больше, чем сами бактерии, и они спокойно сквозь них проходят. Ну, я считаю, на улице их носить не обязательно, а в помещении, в магазинах надо. Очень положительно. И всем рекомендую. А почему? Ну, а почему нет? Я имею в виду, от меня никто не заразится, я думаю, ни от кого. По крайней мере, в магазинах, в аптеках, там, где скопление народа. Естественно, нужно всегда. Надеваю, когда захожу в места общего пользования. И предпочитаю свои. Такими редко аптечными пользуюсь. Мне свои, кажется, надежнее. Можно стирать и утюгом проглаживать. Мне это более надежно. Положительно. Почему? Ну как почему? Коронавирус нас всех сводит с ума. Приходится предохраняться каким-то образом. Хоть так. Обычные самые. Одноразовые? Ну да. Или марлевые? Без разницы. Или тканевые? Какую куплю, такая и будет. Одноразовые. Никаких марлевых я не пользуюсь. Ну, лично я не пользуюсь. Одноразовые маски. А если в помещении с огромным количеством людей, то да, положить. А на улице не нужно. Но вот если в помещении носить, там же не задыхаетесь ли вы? Ну, в основном, если в помещение магазин заходишь, то это ненадолго, то, в принципе, нормально. А какие маски вообще предпочитаете носить? Марлевые там или тканевые? Медицинские. В аптеке, которые продаются. Вот такие. А есть ли смысл вообще носить маски? Конечно. Потому что проходит меньше инфекции, дыхательные места. Да. Носить маску в наше время нужно. Она защищает от многих болезней, по мнению саровчан. И неважно, удобно вам или неудобно, главное – защитить себя любимого. С вами была рубрика «Хочу сказать».